27 апреля в кадетской морской школе-интернат прошла встреча с представителями первого передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». Он посвящен годовщине СВО, в фокусе внимания которого находится Донбасс и его драматичный путь домой, в Россию. Такие же, ну, чуть старше вас студенты вышли на улицы, начались протесты, все эти движения, и все это привело в итоге вот. 10-й год войны. Мероприятие посетил глава города Каспийска Борис Гонцов, который совместно с кадетами встретили гостей. Отметим, что Каспийск стал одним из первых городов, в котором провели этот фестиваль. Вскоре на экранах появился долгожданный документальный фильм о жизни наших солдат в зоне специальной военной операции. Он полностью отразил целостность и сплоченность военнослужащих. Ребята, духом падает. Спасибо всем. Как говорится, молодцы люди. Идут до конца. Пошли до конца. Когда даже говорили, что наступление отменяют, то наши ребята, один уже шаман, он 3 дня со мной разговаривал. Вот такие ребята были. Кроме того, кадеты подготовили для представителей передвижного фестиваля концертную программу, которая включала в себя патриотические песни и стихи.